Вы смотрите обзор товара «Аквариум хвойный 1 кг». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Водорастворимое комплексное удобрение для питания и подкормок любых видов хвойных культур. Питательный состав сбалансирован, исходя из физиологической потребности хвойных культур в элементах питания. Состав. Азот, Н, 3,0%. Фосфор, Р2А5, 11,0%. Калий, 2А, 35,0%. Магний, Мг, 4,0%. Фей, Па, 0,54%. К, Это, 0,14%. К, Это, 0,01%. На это, 0,42%. МО, 0,4%. БИ, 0,02%. Обеспечивает активный рост растений. Сбалансированное питание макро- и микроэлементами. Препятствует потере зеленого цвета. Предохраняет хвойные культуры от побурения хвои. Повышает устойчивость к неблагоприятным условиям. Улучшается сопротивляемость растений к болезням. Применение. Норма внесения удобрения 15-20 грамм на 10 литров воды на 1 квадратный метр приствольного круга. За сезон можно проводить до 5 подкормок. Время последней подкормки – конец августа, начало сентября. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.